проснулась только вот где-то полчаса назад, такая потянулась, кайфую. Мама, слышишь, мать сказала, что комнату будет покупать в случае чего эту. Мне. Не ушла из дома, не ушла. Пока что. Я еще там, просто я на выходных. Блин, меня до вечера просто стирала. То, что я еще буду здесь сегодня. Мы сегодня просто будем праздновать мой день рождения. Только с друзьями, с родственниками. Нет, там хорошо. Ты это классно, спасибо. Я вот жду, дождусь нормального парня, кто ко мне придет. Я с ним буду строить нормальные отношения. Вот. И чтобы я была теперь мама, потому что мне чуть в последнее время, короче, в голову клинит то, что я говорю, я хочу ребенка. Я говорю, как бы мне что за проект в периметре. Я рожу. Вот серьезно, мне что-то хочется. В последнее время так хочется реально ребенка. Я что-то присматриваюсь в последнее время к детям. Блин, шесть за подмышками не надо. Где Кузя? Пойду за Кузей схожу. За Кузю? Да. Потискать хочу его. Че сразу два пришло? Я одного верну сейчас. Кися! Странно, разве до сих пор девочку видел, которую пятилетие убили? Пусть заколебались, ты фигня уже сейчас. Димон! Димон! Эй! Куста! Вот, Кузьку поймала. Кузьку поймала. Смотри, какая морда толстая, как и я. Не, Мирон еще толще, да? Мирон толще Кузи. Намного, мне кажется. Конечно, потому что поделились, когда мне не толще. Это Кузя. Вот ты знаешь, как бы как, кого бы забирали? Вот таких вот. Не приходит нормально, абсолютно. Ты собираешься? Нет, еще не собираюсь. Мне еще роллы не приехали, чтобы собираться. Я буду собираться... Когда роллы привезу. Я не покинула проект. Я просто приехала на выходные, чтобы с родственниками отпраздновать свой день рождения. Вот. У меня как-то лицо вообще причинами открыло все. Ладно, ребятки, что-то вас маленько, уже маленько. Сегодня будет интересно в историях, так что не переключайтесь, смотрите, все будет чики-бомбони. Сейчас я чуть посижу, и истории полетят у меня. Не так, что смотрите.